Это большой торговый центр. Это железнодорожная площадь. Вот. Я вот пришла оттуда. 10 минут, и я здесь. Вот построили новую эту. Все там новое, чтобы вот спускаться к поездам. Год ремонтировали все там. Копали, рыли. Сейчас так чистенько, красиво. Можно потом поснимать. Все тут нормально. Вот такой дом жилой тут. И погода хорошая. Ну, красота. Вон там тоже строят. Вообще много строят, конечно, в Королеве и в Москве. Ой, пропустите, пожалуйста. Так, я иду искать магазин. Мне сказали, тут есть хорошее мяско, рыбка продается, магнит, лавка трав. Тут есть всякие разные травы. Ну, привокзальная площадь, все чисто. Обычно на привокзальных площадях, ну вот в маленьких городках, если там бардак, конечно. А здесь чистенько все. Вот магазинчик. Цветочки. Цветочки лучше обходить, а то что-нибудь захочется купить. Тут можно кофейку попить. И там вон кофеек, свежая выпечка. Ребята кушают, сидят. Классно. Все хорошо. Да. Главное в жизни настрой. Позитивно мыслишь, когда... Ой, тут тоже всякая вкуснятина. Горшочки, цветочки. О, орхидеи. Мишки! О, какая красота! Листья-то прям ковром стелятся. Кленовые листья. Красота. Вот. Вот там тоже торговый центр большой. Я туда еще и не поднималась. Тут столько обходить. И внутри вон там много всего. Я иду на рынок. Там вот я знаю рыночек. А вот здесь такая березовая рощица красивая. Ну просто красота. Сейчас, наверное, перейду туда. Поснимаю. Чисто вот березки. Осенние. Красивые. Ой, какая прелесть. Вот можно самокаты брать, кататься. Пожалуйста, телефоны покупаем, налетаем. Так, начинаем снимать березы отдельным видео. А вот там за забором уже это железная дорога.